Всем приветики, ребятки. И сегодня, короче, вот, будет распаковочка. Тут у нас такое оформление, и есть еще второе вот такое вот. То есть, типа, это мы будем распаковывать в следующем видео. А вот это вот мы распаковываем сегодня. Потому что видео, мне кажется, не все любят смотреть, которые прям очень долго идут, поэтому... Я не хочу вас задерживать. Итак, это у нас... То есть на следующий раз. Тут тоже такая вот оформлялочка прикольная. Итак, вернемся к нашему шарику. Он у нас вот такой вот разноцветненький. Вот тут типа молния, за которую надо будет тянуть. Твой приз розовый. То есть розовая полосочка, значит, у меня будет что-то розовое. Этот приз называется... Кругляшки неизвестности, потому что все это будет в стиле кругляшков. Тут на обратной стороне какой-то текст непонятный по правилам, как это открывать, типа, что делать, что не делать. Короче, я сама не знаю, что на этом написала. Вот, тут дальше штрих-код. С вас скидочка, очень мощная скидочка, 1500 и 2000. Ну, нормальная такая скидочка. На 500 тенге, ну классно, короче. Так, ну, вот, короче, прикольно. Он очень большой, мне кажется. Сейчас под линейки померяю. Сантиметровая линейка. Сейчас. Где-то тут. 0. У нас он 17,5 сантиметра. Жестко. Жестко. Прям 17,5 сантиметров. Это было, представьте, это почти на целый экран. Ну ладно, давайте уже открывать. Это наше творение прикольное. Блин. Так, давайте. Боюсь. А, по молнии. Почти по молнии. Так, исправим ситуацию. Все, погнали. Погнали, погнали. Ура, по молнии, кстати, открылась. Вот такая полосочка. Открываем дальше. Вау, смотрите, какой все какой-то цветной прям. Ой, не открывается, сейчас получится. Вот у нас вот такой вот получилось тут. Такой вот слоеныш красивенький. Тут, кстати, смайлик. Тут надо будет открывать, короче, вот эти арбузики. Арбузик. Можно будет открывать сначала вот эти, а потом вот этот. Но я хочу также вот открыть вот эти, а потом это. Открываем. Какой бы первый? Эники-бэники, ели вареники, эники-бэники, бамс. Вот этот. Блин. Сейчас открою. Как у нас получилось. Какой-то костюмчик. Костюмчик. Такой красивый в виде пчелки. Фиг мне там откроется, не открывается. Короче, все открылось. Открылось. Так, мусорек берем в мусорек. Короче, вот. Тут вот такой вот красивенький наряд. Пчелки. Такая вот шапочка. Вы уже догадываетесь, кто это? Конечно, вы могли уже догадаться, потому что там у нас в распаковочке. Не в распаковочке, а в, на обоях был розовый цвет. Так, дальше я хочу открыть арбузовый, потому что очень красиво выглядит. Да блин. Теперь, наверное... Проще. О, по молнии, кстати. Уху, ой, ой. Капец, какой красивый. Кстати, это все почти, вся одежда вот эта нарисована карандашами. Уа! О, все, открыли. Я чуть... Вторую выкинула костюмчик в мусорку. Хорошо, что она была чистая. Так, тут, короче, ну, такое же почти с цветочком, только расцветка разная. Вот, короче, вот, даже сердечко нарисовано. И костюмчик вот такой, то есть, вот тут, типа, пиджачок был, вот, видите? Тут, а тут нету пиджачка, а тут есть пиджачок, типа. Ну, не знаю, как это по-другому назвать. Так, все, арбузовая королева у нас уже будет. Так, дальше откроем тучку. И
И отодвинем, чтобы нам это не мешало. Открываем тучку. О, все лучше и лучше. Вау, какой милота. Это мой самый любимый костюмчик будет. Опачки. О, еще так легко открылось. Посмотрите. Как мило. Это такая вот зенцовочка, короче. И тут, короче, ручки держат сердечко такое прям. Вот. Ну, только тут нету, кстати, вот такой вот повязочки. Тут просто вот такая вот зенцовочка прикольная. Капец красиво. Ну, такая милашка будет у нас. Так, ну, осталось... Давайте радужную. Понятно. Радужная у нас не такая. Радужная, давай. Вау, какой красивый костюмчик, капец. Вот он мне. Посмотрите. Тут, короче, блестит. Типа, прям видите? Прям конкретно блестит. И тут тоже на пиджачке блестит. Вот это лапки держит радугу. Типа вот такое вот. Все мило. И вот такое. Ну, у нас повязочка типа обычная. Ну, шапочка. Ну, обычная, да. Ну, радужная такая, прикольная. Кстати, тут переход очень красивый получился. Оранжевый в красный. Так, ладно. И последнее. Хорошо открылось, хорошо. Кстати, вы заметили, тут кошечка была нарисована. Опачки. Вот. Красиво. Тут выглядывает вот такая вот кошечка, короче, из повязочки. Типа, это типа кирпичики какие-то. А вот эта кошечка. Вот, короче. И вот это вот. А тут тоже, ну, типа, похоже. Вот с этим нарядиком. Вот с этим. Вот. Тоже красиво переливается. Эстетик. Ой. Вот, короче, очень красиво. Так, ну что, ба-ба-ба-бам-ба-ба. Блин. Ладно. Та-да-да-да-да-да. Я закрыла глаза. Кто там? Да блин, почему не открывается? Ой, какая милая мордочка тут выглядывает. Такая сладкая. Посмотрите. Открываем. Она нам сердечко показывает. Опачки. Ой, посмотрите, просто эти все нарядики для нее, короче. Ой, она, кстати, хорошенькая, такая заламинированная. Ой, заламинированная. Вот тут, короче, у нас морда вот такая, мордочка. Капец, она вся блестит просто. У нее вот такие вот щечки, вот. И эти все костюмчики вот эти для нее. Сейчас устроим фотосессию. И эти нарядики я буду клеить на клей, потому что все это дело заламинированное. И поэтому, чтобы было легко и они не отклеивались, я буду клеить их на просто на клей. Она тоже.